Добрый день, друзья! Привет, братишки и сестренки! Сегодня я тебе сразу, наверное, дружище, задам такой вопрос. Представь такую ситуацию. Ты захотел есть, вот конкретно, например, там будем вопрос рассматривать, ты захотел рыбы, да? И что бы ты выбрал? Взять, например, удочку свою старенькую и пойти куда-нибудь там, к ближайшему озерцу там или какому-нибудь ставочку там, речке, например, вот такой небольшой такой в твоей там деревне, например, или там городе, где ты живешь, есть такое небольшое озеро. Тут уже сидит там пол твоего колхоза, там сидят тоже там, с удочками, ловит кто-то там, кто-то что-то там поймал, там, пока он там, там зазевался, кот Васька украл эту рыбу, убежал, а тут какие-то там, например, бухари, какие-то там динамитом глушат рыбу каждый день, как бы с ними никто не может справиться. Ты там спрашиваешь, а как тут, друзья, вообще рыба водится? Они говорят, да водится, конечно, ну как бы ты ж понимаешь, там, ну ты видишь, эти там постоянно глушат, там, и как бы, и нас-то там много, но легенды рассказывают, что да, тут много когда-то рыбы было, но сейчас ее как бы не особо много. И ты такой, конечно, приуныл, я думаю, но смотри, а теперь такой другой вариант. Ты владелец, вот смотри, ты владелец нескольких рыболовецких траулеров. Так, траулеры они, по-моему, называются. Это такая профессиональное судно, такой инструмент для добычи рыбы именно в таких промышленных масштабах. И ты владеешь этими суднами. У них здесь команда профессионалов, они там, у них эхолоты есть, они там видят, где эти стая рыб, там сети, там все-таки, ну, самое все по самому последнему слову техники. И плюс они там не в этом болоте там ловят рыбу, где там полдеревни там уже забыли, что такое рыба, а он там выходит куда-нибудь там в океан, море там и, ну, конкретно знает места, где водится эта рыба. Что бы ты выбрал, дружище, первый вариант и второй, или второй? И как ты думаешь, где у тебя больше шансов именно не только там рыбы получить, но еще и как бы, может быть, даже ее продать? Я думаю, вопрос, конечно, интересный. И смотри, к чему я это все веду. Раз мы сегодня будем раскрывать секрет именно заработка денег, я это не зря рассказал. Теперь смотри, есть такой писатель, он же бизнесмен Роберт Киосаки, я думаю, многие о нем слышали, даже некоторые, наверное, читали. И вот он проводил исследование, и вот он к чему пришел. Это его известный квадрат денежного потока. То есть, если взять все деньги мира, ну, за 100% и те, так сказать, возможности, инструменты их заработка, вот он создал этот квадрат денежного потока. Давай разбираться, смотри. 10% денег находится у тех людей, которые вот у него, ну, которые активно, которые топят за активный доход. Работают, например, на работах, вот он их назвал работники по найму. Их 80% на всей земле. Ну, вот, если сравнивать вообще со всем количеством людей. 80% работает по найму на дядю, на тетю, там, я не знаю, на кого-то там, на рептилоидов, как сейчас модно рассказывать, такой тренд есть, да. Нам это без разницы. То есть эти люди на кого-то работают. Они пока ходят на работу, они получают деньги. И к ним же относятся, к активным, которые активно получают свой доход, ну, то есть работают за деньги, ради денег, продают свое время за деньги. И это так называемые работающие на себя, там, 15% их там, ну, как бы уже меньше, естественно, потому что тут надо брать ответственность на все. Ну, например, это зубной, да, зубной врач какой-нибудь, мастер на СТО там или еще что-то такое. Ну, в общем, ты понимаешь, да, который человек, там, столяр, плотник какой-нибудь там, я не знаю, электрик, который приходит и там ремонтирует там что-то там. Он тоже пока работает, естественно, как бы, ну, они уже больше зарабатывают, естественно, чем работники по найму, но как бы все равно, пока они работают, у них такой активный доход, они получают деньги, не перестают работать, естественно, денег у них нет. Это такая половина квадрата. И вот смотри, 10% денег всего лишь от, ну, как бы имеют эти люди, вот они все. То есть это вот маленькое болотце, на котором 90%, даже здесь не 90, давай посмотрим, тут даже больше. Да, 95% людей, вот здесь представь, вот эти 10% денег,
Вот 95% населения сидят с удочками, кто-то там с динамитом, который пошустрее, кто-то как-то там пытается, да, как-то этот процесс ускорить. Но все равно, представь, здесь всего 10% этих рыбоденег. Смотри, дальше давай разбираться, чтобы ты понял раз и навсегда. Дальше, оставшиеся 90% денег, ты уже понял, где находятся, где они вращаются. Это владельцы бизнеса, их всего 4%. Это те, которые создают бизнесы, те, которые как бы, ну, имеют какие-то там свои франшизы, там все такое. Ну, они владеют каким-то бизнесом, это уже пассивный доход. Вот это половина этого квадранта, здесь 90%. Здесь владельцы бизнеса, а здесь инвестора. Инвесторов вообще 1% всего лишь в мире. То есть 1% людей, которые получают, по сути, там, ну, вот эту часть этого из 90% всех денег. То есть владельцы бизнеса и инвестора, они получают пассивный доход. Владелец бизнеса, он может не ходить на работу, он может там поехать отдыхать на несколько месяцев, а то и на всю жизнь, как бы, да, и просто получать свои, ну, хотя с бизнесом тут сложнее, все равно его надо как-то им руководить, управлять там, и ну, какое-то там время все-таки уделять ему, в большинстве случаев. А здесь уже инвестора, они, как бы, ты должен понять, дружище, что они уже не работают вообще, они, вкладывая деньги, они анализируют какую-то схему заработка, инструменты инвестиционные, вкладывают свои деньги, и этот механизм, который они уже выбрали, этот инструмент инвестиционный, он приносит им вот часть из 90% этих денег. То есть они уже становятся даже не владельцами вот этих вот рыболовецких траулеров, если такую аналогию брать с рыбой, а они уже как бы вот этих вот проверяют схемы заработка, схемы работы вот этих вот владельцев уже, этих траулеров. Надеюсь, я правильно это слово хоть выговорил. Ну, если нет, то извините, друзья. Ну, не суть. Смотри, дружище. То есть мы сейчас должны в голове это четко уяснить. Если ты хочешь получать всего лишь 10%, в 9 раз, практически в 10 раз меньше денег, чем вот те, которые получают пассивный доход, тебе нужно идти на работу, оставаться там и до конца жизни, просто бороться в этом болотце, вот этом вот как бы с 95% людей на планете за всего лишь 10% денег. Если ты реально хочешь зарабатывать нормальные деньги, тебе нужно становиться или создавать свой бизнес, или становиться инвестором. Думай, что тебе ближе. Инвесторам даже, я думаю, как бы проще стать для начала, потому что те же владельцы бизнеса, сейчас у владельцев большинства бизнесов куча таких проблем, вот начался кризис, и многие владельцы бизнесов теряют там огромные деньги. Я там скоро выложу там интересную такую статейку, сколько потеряли там рабочих мест, там крупные фирмы, крупные там бизнесы, они сейчас вообще просто в шоке находятся из-за кризиса. Плюс ты сам видишь, как упали там цены акций тех же. Сейчас их скупают, естественно, все это сделано там специально, но те же инвестора, они как бы в такие моменты как бы меньше теряют, а то и как бы больше зарабатывают, потому что они постоянно находят именно такие, эффективные инструменты для заработка. И одним из таких именно инструментов для заработка есть как бы проект Bitex, и там Форсаж проект тоже, он как бы больше подходит именно для бизнеса, для тех, кто хочет стать владельцами бизнеса, не платить там никакие там какие-то кучи там всяких налогов, каких-то там сборов, им дается место в матрице там, и человек зарабатывает там бизнес-место и зарабатывает без каких-то там попрошаек, которые приходят каждый месяц и его доят. Он как бы здесь в Форсаже реализовано именно вот этот квадрант для владельцев бизнеса, но только продвинутых, те, которые в тренде, которые понимают реалии сегодняшнего времени, как бы и тренды видят, и хотят именно получить кусок от этого пирога, 90% денег. В проекте Bitex, о котором я рассказывал и рассказываю, который мы взяли в свой клуб, там уже чисто инвестора, там прокачивается в нашей команде именно скиллы инвестирования и получения пассивного дохода.
Друзья, я надеюсь, всем понятно. Если что-то непонятно, основное, я думаю, не хочу затягивать это данное видео. Кого какие-то есть вопросы, пишите в комментариях. Все ссылки на чаты, на мой там телеграм-канал будут под видео. Все проекты, в которых я участвую, в которых зарабатываю и я, и моя команда, все есть в моем канале. Подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте лайки и пишите комментарии.